Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство. Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. А чтобы сберечь этот мир для будущих поколений, необходимо уже сегодня учить детей ценить свою родину, бережно хранить историческую память, воспитывать в духе добра и атмосфере взаимопомощи. Именно на это направлен инновационный проект Белорусского фонда мира при поддержке Министерства образования страны и Православной церкви. Он называется «Сеть школ мира». Цель проекта – содействовать воспитанию. Воспитание учащихся на принципах мира, дружбы, согласия, гуманизма, милосердия. Это и воспитание настоящих, я бы сказала, патриотов нашей страны. Гимназия номер 2 стала первым учреждением образования в городе Бресте, которому был присвоен почетный статус «Школа мира». Инициативу подачи заявки и участия в отборе на его присвоение единодушно проявили все учащиеся, педагоги и родители. Мы первые и единственные в городе Бресте, кто получит этот статус. Понятно, это наш проект, потому что духовно-нравственное воспитание молодых людей, эстетическое воспитание, патриотическое воспитание, экологическое, помощь ближнему являются приоритетными направлениями воспитательной работы гимназии. И поэтому я думаю, что поиск новых форм и методов работы с учащимися по воспитанию их позволит нам продолжить и получить этот статус еще и в следующем году. Ребята будут принимать активное участие в различных акциях и мероприятиях проекта. Ведь статус «Школа мира» обязывает к деятельному труду во благо других. В гимназии уже организован отряд «Миротворцы», куда добровольно вступили ребята из 8-11 классов. Отряд «Миротворцы» включает в себя помощь малоимущим семьям, детям-инвалидам, беженцам. Я проявила сама инициативу, потому что я решила, что очень важно участвовать в общественной жизни. И, конечно же, это патриотическая деятельность. И очень важно чтить память о людях, которые воевали за нашу землю. Каждый человек хочет мира, чтобы не было слез, войны, чтобы не было погибших. И наш отряд будет делать все, чтобы это распространилось, и все понимали это. Во имя мира и добра будут трудиться все участники проекта. Гимназия номер 2 стала 6-м учреждением Брестской области, которое удостоилось почетного статуса «Школа мира». Всего в Беларуси на данный момент масштабный проект объединил порядка 100 школ в Беларуси. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».